Приветствую, друзья. Вот когда мы находимся в состоянии неопределенности, да еще и загружены какими-то неприятными событиями и не знаем, что будет дальше, а нам надо в этот момент успокоиться, освободиться, разгрузиться, переключить доминанту потока вот этих переживательных мыслей на доминанту свободной энергии, когда у нас много хороших мыслей, когда мы можем созидать, изобретать, любить, а не только бороться с тем, что с нами в этот момент стресса происходит. Потому что в момент стресса мы сталкиваемся с инстинктом выживания, и вся энергия уходит на то, чтобы сохранить себя, а не реализовать себя. И в этот самый момент как раз-таки нам нужно прикрепленном комменте перейти по ссылке на вебинар, который мы будем проводить с Оленом и Шейлой совместно, где каждый из нас даст новые приемы, теорию и практику, практику в основном, побольше, чтобы вы сразу могли получить то, что вам нужно, могли разгрузиться, освободиться от зажимов, от скованности, от постоянной напряженности, чтобы адреналина было меньше, а эндорфина было больше, и чтобы было хорошее состояние, когда вы творцы себя и своей жизни. Да, друзья, переходите на наш вебинар, и каждый получит то, что он хочет. До встречи, друзья!